Всем привет, блядь. Сидим у Лука. Я тащу КС. Ну, как тащу. Тащит. Этот дебил хочет дом потренить. Почему бы нет? Ну, давай, если только не для пацанов, для наших подписчиков группы. Блядь! Нахуй ты КС-то снимаешь, блядь? А что тебе? Близко очень. Как-то. Да сука! Моя шлюха лучше всех. Сука! Пошел нахуй! Блять, раунд! Чё, блядь? Коль, мы тебя вспоминаем. Ты сейчас будешь весь видос, да, снимать? Сейчас, Коля, ещё как-то. Да я снимаю уже, блядь. Не стесняйся, прыгай на камеру. А ты куда пошла? В шкаф, блядь. Девочка съебалась в шкаф. Там мерзло. Я все понял. Спасибо, что дал поменять мне это. Сука! Я все понял. Хули, когда холодно, надо прыгать дома. Ну, это Саня. Что-то я отекую, да, блядь. Фантажи будет делать. Блядь! Е-е-е. Я тебя сейчас увижу, нахуй. Иди нахер отсюда. Ты че, сука, охуеешь? Блядь! Ложки, блядь, сахар! Ну это больше. Теперь я больше. Сука. Скажи, да, сука. Че ты делаешь такое? Че, сука? Ты че творишь? Ты че ебан? Ты че ебанутый? Ты че дебил, что ли, а? Ты че психуешь? А? Уф, блядь, что-то упало. Короче, мы, так сказать, отдохнули у Саньки. На хате время часов 6, наверное. Вот. Блядь. Короче, отдохнули. Кайфово прям так. Ну, мне вкатило лично. Бесились, погорали. И кто-то забыл чай на кухне. Ну, тот-то его забыл, я его выпью. Тот-то его забыл, пить он болеет.
Спидом болеет? Да. Ну, не, похуй. Подбеги. Сука, где ты? У нас снимать тебя камера. Ай. Отвертка ему нужна, нахуй ему отвертку нужна? Он че, пидор? Ой, блядь, а где маленькая вот? Да, он говорит, что у него нет хлеба. Ты пиздобол, у тебя есть хлеб, блядь! Я не говорю, что у меня нет хлеба. Ты чё, охуел? Короче, блядь, я уебался пальцами, блядь, вот этими, короче, об его шкаф. Вы смотрите, что я с его шкафом, сука, сделал. Ты придурок! Блядь, хуё, наверное, будет видно. Потому что дверь теперь гуляет, нахуй. Нехуй, уёбываются, сука. Сука, больно. Короче, все, мы потренили как бы на хате, ну типа потренили. Потренили. Поугарали. Блядь, я его дверь. Я его дверь нахуй расхуярил, блядь. Мне, сука, пальцы, блядь, я еще на льду пизданулся, сука, на спину, блядь, до сих пор болит. Вот. Если вы нас только видите. Короче, пацаны, есть такая просьба. Давайте, подписка на канал, лайк и пост. Подписка на группу, да, и репост этого видеозаписи. А мы идем в Дикси. А мы идем в Дикси, да. И ждите, блядь, влог Екатеринбург. СФ, потому что мне присоединили в винду, и в скором времени я его выложу. Давайте, удачи!